Также в рамках Петербургского форума Батухасиков встретился с исполняющим обязанности губернатора Тамбовской области Максимом Егоровым. Максим Борисович многое сделал для Калмыкии. В качестве замминистра строительства России он благословил наше участие в проекте формирования комфортной городской среды и в конкурсе по благоустройству малых городов. Благодаря этим федеральным проектам мы строим парк «Мелодия Каспия» в Лагане, благоустроили центральную площадь в Городовиковске и сделали комфортными 27 общественных пространств по всей республике, сообщил руководитель региона.